Задержан виновный в разливе нефтепродуктов в Енисей в районе Минусинска. Напомню, накануне мы сообщали о том, что местные жители заметили на поверхности реки маслянистое пятно в районе села Топольки. Оно прошло несколько километров по течению. Власти приняли решение перекрыть шлюзы на дамбе, чтобы загрязнение не унесло в сторону города. В результате разыскных мероприятий полицейские задержали жителя Абакана. Он своими силами восстановил технику времен Великой Отечественной войны и попытался прокатиться на ней по побережью. Он проехал по берегу реки, застрял там. Из оборудования автомобильного, которое было сломано, в том числе у него была протечка бензобака, солярка вылилась в реку, из-за чего образовалось данное пятно. В настоящее время в отношении мужчины составлен административный протокол, ему грозит штраф около 2000 рублей.